Посмотрела сейчас ролик. А мужчина вернулся из Кабуцы. Просто приехал посмотреть, как там возобновляется ли жизнь. И он сказал, что запах... Он провел, по-моему, 3 или 4 месяца в Украине. То есть он знает, что такое запах смерти. Но там он сказал, что запах очень сильной смерти. Каждая комната, каждый двор пахнет смертью. И он зашел в какой-то домик, в комнату девочки. Маленькая комната девочки, вся изрешеченная пулями. Везде волосы. Хамасовцы хватали своих жертв за волосы. Вытягивали их из дома. Вот. И я хочу, тут россияне, которые еще не поняли, что им думать, хочу сказать, а если бы к вам пришли, к вашим детям, к вашим матерям, вот если бы вы там лежали, ну и про мужчин вообще молчу, мужчин всех убили, ваши действия, вот вы говорите, не бомбить палестинцев, потому что там мирные люди. Ну а что бы вы делали? Что?